Сегодня в Красноярске стартовала прививочная кампания против гриппа. Препарат поступил в регион и можно отправляться в поликлиники. В Минздраве говорят, вакцинироваться лучше именно сейчас. Так, до опасного сезона иммунитет лучше всего сформируется. Вакцина в этом году пришла доработанная. В нее добавили сразу два штамма вируса гриппа А. Еще один важный нюанс связан с коронавирусом. Нужно ухитриться разнести прививки от гриппа и от COVID-19 по времени и соблюсти перерыв между ними в один месяц. Всего в планах медиков привить 1,5 миллиона жителей края. Обсуждать эту тему продолжим в студии «Вечернего канала». Специалисты ответят на вопросы и о прививке от гриппа в эпоху другой пандемии.